Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов. Ганеша. Около 1150 года. Бронза, высота 48. Слоноголовый Ганеша. Один из известнейших богов многочисленного индийского пантеона. Его изображение чаще всего видит толстого человека с головой слона и одним сломанным бивнем. Можно найти практически в каждом шиваистском и вишнуитском храме. Сын великого бога Шивы и его супруги Парвати, Ганеша является богом мудрости, удачи, благоприятных начинаний. Персонаж стоит в легкой танцевальной позе на лотосовом пьедестале, держа в каждой из своих четырех рук по одному собственному атрибуту. Его сломанный бивень символизирует богатство и ученость. Палкой для понукания бог разрушает все препятствия, с помощью петли ловит злодеев, а любимое сладкое лакомство готовится съесть, хватая хоботом. Живот Ганеши опоясан змеей. Четыре кольца в основании бронзового пьедестала свидетельствуют о том, что статуя использовалась во время ритуальных праздничных шествий. В них продевали палки, скульптуру поднимали и несли по улице. Ну, такое описание к работе Ганеша. Около 1150 года, бронза, высота 48, я нашел в интернете. Текст по книге «Великие музеи мира». До свидания. Пока. Thank you.